испугались, так как сегодня creepy special. Кладбище — это мои подтверждения. Дисклеймер. В этом видео я постараюсь найти все пасхалки и грехи. А также в этом видео не хочу оскорбить автора канала и его эпизоды. А теперь приятного просмотра. А как я смог толкнуть Чико, если он из металла? Как он смог так покатиться? Откуда появилась эта штука? Ладно. Ребят, я прокачусь на машине моей новой. Да пожалуйста. Спасибо, ребята. Ладно, я поехал. Ну, удачи. Как я уже говорил в своем предыдущем грехом и ляпом, почему я еду, если тут нету анимации дороги? Ну, разговор был коротким или большим, не знаю. Но когда мы будем дома, это будет другой разговор. И я поставлю сразу два греха. Знаешь, ты никогда не был темным феей, правда ведь? Поэтому я хочу из тебя сделать темную фею, чтобы ты смог разрушить этот мир. Ты сможешь быть темным, как прежде. Слушай, просто оставь от меня в покое. Ну ладно. Оставьте меня в покое. Я про демона, который у меня в голове. Привет, друзья, как ваши дела? Что с тобой происходит? Со мной все в порядке, о чем вы говорите? Ты вообще какой-то странный. Ребята, срочно бегите. Откуда тут уже появился черный туман? Отсылка на третий эпизод из Object Show и НМТ. А как тут Ави появилась? Наконец-то мы дома все вернулись. Теперь у вас нету шансов. Сюда, какашка собачья. Почему от такого удара Чико смог выжить? Если будет такой удар, то машина или человек может умереть. Вы, конечно, были очень сильны, но если вы так подумали, то вы очень сильно ошибаетесь. Такими темпами тебе не победить. Солярия. Что с тобой происходит? А как появилась эта солярия? А теперь приготовьтесь к бою. Мяу, ослабись. Эй, больной. Какого? Ну, как говорится, отсылка на удивительный цифровой цирк, где там, помни, материлась. Блять, ала, пила, ела, запа, жопа, пита, мама, пила, сука. Боже мой. Темные силы любимые штуки. Откуда у них такое оружие? Вот это, конечно, красивый эффект. Место меняется. Откуда тут ток, если ток погиб? Я сам не знаю. Ребят, а что произошло? Да ты сошел с ума! Можно немножко полежу? А то мне очень плохо. Ладно. Спасибо, друзья. Вы самые лучшие. Да. Как говорится, happy end. Наверное, этот автор решил сделать титры серым. Это не нужно. Thank you.
конечно, были очень сильные, но если вы так подумали, то вы очень сильно ошибаетесь. Итак, кстати, просто вы все пустились по чехим... 218. Если вы попадаете, то вы спасаетесь, когда 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 вы спас